Татьяна тут готовит. Блин, какая классная сковородка. Я прям вообще похожа на лук. Ну, столовая. Столовая здесь вкусно кормят. Как раз я вам рассказывала. Сейчас мы отправляем. Ну, морковь. И еще. Вот здесь. А, пардон. Ну да, это ж масштабы, что-то я совсем маленькую кастрюлю. Такие красивые и кастрюли, и сковородки прямо очень. Я люблю вообще посуду такую. Это старая идея. Тогда еще можно было купить что-нибудь приличное. Сейчас кастрюли там аккуратные. Да, запишите. Да. Какое? Очень красивое. У меня не так. Сковородка хорошая. Мне тоже нравится. Большая, главное. И руки умелые. Там не только белое, там чайки. Подосиновик я вижу темнеющий. Да. Это подосиновик. Это, кстати, лесные грибочки, которые здесь свои. Где? Я их размораживаю. Я считаю, чтобы они поджарились. Засунуть сюда, еще часть не разморозилась.